788 тысяч мест за 2 года. Такие результаты демонстрируют реализация федеральной программы по ликвидации очередности в детских садах в нашей стране. Нижегородский регион – один из лидеров по выполнению указа президента, отметила Наталья Третьяк, первый заместитель министра образования и науки России. В ходе рабочего визита она посетила столицу Приволжья. Хороший регион, полностью выполнены показатели, которые регион брал на себя и в прошлом, и позапрошлом году. 100% выполнение, достаточно эффективно осваиваются средства. За 2 года в Нижегородской области появились 34 новых детских сада, в 16 выполнен капитальный ремонт. Если сейчас 63% наших районов, городских округов не имеет уже очередности с 3 до 7 лет, то к концу года мы полностью эту программу выполним. Но дальше все равно работа предстоит регулярная, потому что нужно держать баланс между демографией и количеством мест в детских дошкольных учреждениях. В планах на этот год создание еще 2000 мест в детских садах. В этом году мы уже закрываем программу. Мы в этом году должны ввести в эксплуатацию 14 детских садов. Различные формы управления. Это не только новые, это и семейные детские сады. И мы в этом году создадим дополнительно 1900 мест для того, чтобы выполнить указ президента. В этом году для малышей откроют свои двери еще 16 дошкольных учреждений, в том числе самый крупный детский сад в регионе на 350 мест. Его возводят в Ленинском районе Нижнего Новгорода. В данном случае очень удачно, что в Ленинском районе был такой большой муниципальный участок, который можно под это использовать. А проведя анализ, решили, что целесообразнее будет построить большой садик, который охватит близлежащие кварталы, тем более динамично развивающиеся. Вокруг идут строительство новых домов, детей будет достаточно много, и данный садик будет востребован, и причем востребован с перспективой на дальнейшее развитие территорий. Открытие запланировано на конец года. В этом детском саду будет 19 групп, предусмотрены и ясли для малышей от 2 лет.